Александра Аксенова. Друг драгоценный, возьми меня в жены. Просто фиктивный брак, чтоб не шипел круг неприближенных. Что-то, мол, с ней не так, то и не сё, да сё и не мило. И ковыряет в носу, что она там о себе возомнила. Кто-то берет газой. Ты же устал от чьих-то истерик так же, как я, нет? Думаешь, что никто не поверит? Люди ведь верят в бред. Люди поверят в любое свинство. Кольца, стакан Starbucks. Сделаем фоточки, выложим в инсту. Инста вернее, чем ЗАГС. Мне ведь не нужно денег, постели, пива в субботу. Ложь. Спишемся раз в 3-4 недели. Я превосходна, я тоже. Сделай улыбку, спину пошире. Фоткаешь, все, нажал, чтобы никто в этом чертовом мире больше не обижал. Под парадный бой курантов в кабаке на Вайнера принесли мне вместо мантов губы Стива Тайлера. Потянулась за салфеткой, а они как запоют: «Нареви мне реку, детка, как я делал овою». Наревела две сети, замочила все манту, заструились косы плети по уральскому хребту. Но с рыданий мало толку. В полночь с Володарского отвезли меня на Волге усики Боярского. Не дари мне, милую шубу из несчастной мертвой норки. Не дари мне цацик пестрых, что купил ты у барыг. Отвези меня на Кубу на трамвае две однерки, на зеленый полуостров на недельки полторы. Встретит сдержанной улыбкой одичалый, большеконный. Я хочу, чтобы искусно коренные алкаши нам сказали без ошибки за бутылку самогона: «Ола, си и муча густо», за пузырь, но от души. Покатай на лодке старой, в лоне океанской качки самородный, большеконный нас обнимет перед сном. Раскури со мной сигару, что купил вчера в табачке где-то там у Пентагона, и открой паленый ром. Видишь, там вот, на яхтбазе, нет ужасных микрозаймов, нет реальности постылой и не ездит алкомик. Сходим, друг, в кафе «Оазис». Там божественные пальмы из пластмассовых бутылок. Там Луис дает шашлык. Кто-то скажет: «Куба очень». Нам в другом совсем трамвае, нам в другом совсем вагоне далеко. Увы и ах. Мы же просто похохочем. Куба ближе не бывает. В наших теплых, окрыленных, в наших солнечных сердцах. В норковой шубе, в спортивных штанах, легкой походкой шагаю я на хлебный завод, чтоб вкусить сгоряча угол крестьянского кирпича. 3 часа сна, мне прекрасно, мне горько, низкий поклон тебе, синяя зорька, выключи уши, пожалуйста, ибо все догоняет большое спасибо. Спасибо обуховской доше купицы и славному городу цареубийцы. Спасибо галошам на босую ногу, кино, академии, Господу Богу. Спасибо друзьям за бессонные ночи. Спасибо всем тем, кто меня и не очень стране, демократии, власти за выбор. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо Малежик за свежие соки. Спасибо Высоцкий за то, что высокий. Спасибо Татищев за то, что Дегенин. Спасибо за Битлз и дедушка Ленин. Спасибо, что мне позволяли влюбляться на Вайнера 2 и Тургенева 20, и вам, декабристы, где 22А, что там родилась я, что там родила. Спасибо вам, Ляля и По, Тинки-Винки и летняя вонь у старухи плотинки. Спасибо, Гайдар, мы не стали большими. Куда вы меня потащили? Да полноте право. Да, кто что несет? Ведь это же действительно, это не все. Забыла, простите, забыла и шо, все у меня хорошо. Свершили мы акт безответственности, рьяно. В то время как не оставляет нас ковид, мы собрались до ресторана, пока он снова от ковида не закрыт.
Вам 35,2 дала термометрия, мне 39 аппарат, гад, указал. На что промолвил хостес: гости дорогие, добро пожаловать в наш многолюдный зал. Я так хотела в данный миг казаться модной, на каблутенах непривычная дефиля. Мы сняли маски, каждый больше, чем полгода, и заказали гребешки и трюфеля. Официант, ему еще бы опахало, и санитайзера нам руки поливал. И после этого я точно запорхала и обняла весь этот многолюдный зал. Мы были, так казалось нам тогда, в ударе. К утру имели вовсе непочтенный вид. Возможно, завтра нам дорога в Ковидарий. Но мы успели в ресторан, пока открыт. Мой парень – гопник Стор Чермета. И этот факт неоценим. Я гребаным интеллигентом себя почувствовала с ним. Лампасы, шапка на затылке, в глазах естественная мощь. Мы подружились в ложке-вилке. Он уступил последний борщ. Такой реальный, четкий, дерзкий. Ну как такому и не дашь? Он с мягким знаком в смс-ке мне пишет слово «Уралмаш». Мой парень, гопник Стор Чермета, а я чекуля с ЖБИ. Мы знаем таинство секрета большой и искренней любви. По банке Балтики, по третий район, январский снегопад, мы как Монтеки с Капулетти. Ну, только предки не бузят. Под окнами во все колонки и туц, и бас, и адский микс пусть всем заложит перепонки, чтоб знали, мой подъехал принц, и пусть меня обидит где-то, он сразу даст вертушки в щи. Мой парень – гопник Стор Чермета. Адьос, культурные прыщи. Ты расскажешь, мой маленький человек, как устроено все? Ведь на самом-то деле я со временем стала скучнее и взрослее. То, что оптики – лишь опечатки аптек, что в настенных коврах маскируется тьма, ядовитые змеи, фигурки из воска. И куда нам до этого триптиха Босха? Там такие истории, съедешь с ума. Что вкуснее мороженых в принципе нет, чем комочки из снега в твоих рукавицах. И пускай жизнерадостно рот заворсится. Это что, вот и скушать песочных котлет? Вместо лука предательски плавают в щах червяки, как сказал твой мальчишка знакомый. В пылесосе живут лилипутские гномы, собирая соринки в своих кулачках. Что на дне всех морей, океанов и рек кто-то страшный хватает детишек за ноги. Об отраде, недоле, мечте и тревоге расскажи мне, мой маленький человек.